Довести суддям, що за 5 місць вони побачили далеко не все, чи не більше за інших, кортить ось цьому хлопчині. 19-річний Вітя вже давно зрозумів, ніщо не надихає його так, як спів. Іноді бувало таке, що коли я слухаю якусь музику, я спати вже не можу. Тобто я просипаюсь, починаю, включаю комп'ютер, починаю писати якийсь сценарій і спустя там некоторе время починаю зйомку. Я вилажую кліпи в інтернет, я вилажу і коментую всі мої кліпи. Ну, не всі, звісно, але багато коментують і багато положительних відгуків. Та попри віртуальне визнання, реальні будні хлопця менше за все схожі на успішну співочу кар'єру. Опустить. Держите 8 гривень. Пожалуйста. Тож, ледь зачувши, що X-Factor нарешті дістався Києва, Вітя вирішив – час діяти. Адже сама собою найголовніша мрія життя – не Меня зовут Витя. Витя, очень приятно. А расскажи мне, кто с тобой пришел? Со мной пришел мой брат Славик, моя тетя Алена, моя сестра двоюродная Анюта и моя мама Аня. Очень приятно. Смотри, мы все готовы за тебя болеть. А ты готов хорошо выступить? Готов. Тогда прошу тебя. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. У меня к вам только один вопрос. Что вы будете петь? Значит, у меня есть 2 песни. «Зажигательная» Константина Меладзе, «Оу-е», и Сергея Пенкина, «Мама». Зажигательную, наверное. Давайте «Зажигательную», которая «Оу-е». Отлично, хорошо. Зачем ты пришел? Холодный ноябрь, верни мне хотя бы вчерашнее солнце. Всего одну ночь с тобой, мое сердце. Мне нужно согреться, мне нужно забыть, быть, быть. Пойди полетай. Тебе это можно. Мой вызов был ложным, и нечего ждать, ждать. Прикольно, чего? Не пугайся, не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку. Хочешь мне помочь только на одну ночь? Ты притворяйся моей. Она сказала, оу, oh, yeah. Она сказала, о, она сказала, о, я. Тут Остапа понесло. Не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку. Я встану. Хочешь мне помочь только на одну ночь? Ты притворись моей. Она сказала, оу, oh, yeah. Ты притворись моей. Она сказала, оу, oh, yeah. Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Большое спасибо! Все, Виктор, понятно. Серега, не да, все понятно, Виктор, ты замечательный артист, у тебя невероятный талант.
Спасибо. Ты очень круто двигаешься и поставил мега номер. Все хорошо у тебя, кроме одного. У тебя абсолютно не запоминающийся, не яркий, не интересный, скучный вокал. И ты не можешь победить в этом шоу. Я говорю тебе нет. По суті, мені здається, ми проголосували вставанням. Хто встав, того підняло. Хто не встав, той проти. Того попустили. Іра. А що говорить? Ну, хто встав, того да. Артист. Прекрасно решил песню, прекрасно режиссерски все поставил, отработал, движение нашел. Прекрасный номер, просто действительно и вокала было достаточно. Тут вокал, собственно, и не нужен. Было, можно было просто проговорить, достаточно вот было всего того действия, которое ты там представил, и действительно поднял настроение. Ты настоящий артист, ты шоумен, и это прекрасно. Я тоже говорю «да». У тебя три «да». Спасибо большое, спасибо. Витя! Вы что, так никто не выступал? Круто, просто круто. Ты где научился так двигаться? Сам, с рождения. Да, ты наверное. Что? Присутствовали движения. Да, ну ты, конечно, зажег огни. Спасибо на X-Factor'е. Поздравляю тебя. Спасибо. Невероятно, просто невероятно. У меня нет слов. Спасибо. До встречи в лагере. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Настолько энергетика приятная и отдача зала, что просто, просто нереально круто. Мне очень понравилось. Текст.